Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Конец апреля. Вот такая погода у нас стоит. Немного потеплело, было холодно, были дожди. Вот показываю вам наш Терлянский пруд. На нем еще лежит лед. От берега вот он отошел. Сегодня хочу прокатиться, посмотреть на нашу природу, полюбоваться. Поедем мы вот сейчас по бывшему полотну железной дороги, точнее бывшей железной дороги, дворец Запрудовка. Рельсы сняты, дорожка есть, сейчас прокатимся. Посмотрим на нашу природу. Поехали, друзья мои, покатаемся. Вот такая красота у нас. Это предбрудье. Недалеко впадает речка Орша. И вот лебедь. Прям ко мне плывет красавчик. Ну, надо же. А второй на льду стоит. Ко мне. Вот он. Чудесный. Чудесный. Любоваться можно такой красотой. Каждый год они прилетают к нам. В этом году я их видел несколько штук. Ну вот, сейчас пока два вижу. Предпрудий. Здесь вот лед растаял. Питание им есть. И вот так они здесь живут. И радует нас своей красотой. Ну что, друзья мои, полюбовались красотою. Проедем дальше к речке Орша. Посмотрим, какая она. Вот такая вот речка Орша. Основной паводок прошел уже. Вода спала. И вот снимаю, и вспомнилось мне детство, когда мне было лет 13-14, 1 мая мы поехали с товарищем кататься на велосипедах по пруду, по льду. Прокатались, а потом к берегу-то раз, а лед-то оттаял. И у нас не было выхода, как переправляться вот здесь. Моста раньше не было, и вот мы по пояс в воде прошли, значит, эту речку, мокрые все, вернулись домой. Ну и ничего, никаких болезней, ничего. Вот такое воспоминание с детства. Отчаянные были, да и сейчас так. Вот так вот.
Вот такая вот верба распустилась уже. Тут вот пчела. Ух ты! Вот такая вот красота у нас. Ну, поедем, друзья мои, подальше. Точнее, не подальше, а проедем, посмотрим подснежники, сон, траву. Эта дорога ведет в бывший пионерский лагерь. Сейчас спортивный лагерь. Вот всю вербу вам покажу. И поедем. Может, цветочки увидим. Вот такая вот она. Верба. Красота. Вот, друзья мои, проехал я вдоль речки Арша. Покажу вам сейчас ее еще. Но цветочков я не нашел. Именно подснежников. Что-то рановато, наверное. Полюбуем сейчас на нашу речку. Хорошо, вот ветерок вроде стих. Вот здесь вот лес посадили. Поляна была. Правильно, как сказал, ветерок стих. Вот, друзья мои, были мы у речки Арша, и вот я подъехал к реке Белой. Выбрал место, где ветра нету. Покажу вам панораму, и потом подъедем к реке, полюбуемся. Какая красота у нас. Денек, правда, пасмурный. Но ничего. Вон река Белая, видно. Изгиб там делает. Уральская природа. Весна. Даже сосенки какие-то. И зеленые такие стали. Да, кстати, я проехал там вдоль Арши. Хотел увидеть подснежников, но нету. Но я знаю, где они есть, но далеко ехать. Съездим, покажу вам нашу сон-траву. Пока вот полюбуемся вот такой красотой. И поедем к реке Белая. Наша Агидель. Ну, поехали. Немного. Вот мы и у реки Белая. Такая она сейчас. Ну, вода, конечно, спала и сильно. Вот видите, на кустах остались, что какая вода шла. Большая была вода. Сильный ледоход был. Ну, а сейчас вот так у нас. Ну, это хорошо. Это люди, которые живут внизу по течению, боялись подтоплений. Вот так вот паводок постепенно прошел. Вот она сейчас практически в своих берегах. Но летом поменьше. Ну, проедем, друзья мои, вдоль реки вниз сейчас. Покажу вам одно красивое место. Полюбуемся. Едем. Вот, друзья мои, подъехал я к тому месту, к
который хотел показать. Но ветерок, дождик. Вот спрятался за сосенки и снимаю. Вот тут такая вот красота. Речка изгиб делает. Я потом подойду, покажу поближе вам. А сейчас вот расскажу еще одну историю. Сегодня у меня день историй. Тоже в молодости, лет 13-14 было. Вот с того места, где я вам показывал первый раз реку Белая, я сел на льдину в конце апреля и плыл. И никак к берегу не мог причалить. Вода большая была. И вот плыл до этого угла, уперся в камни. И потом льдина все-таки к этому берегу подошла. И я выскочил. А товарищ ехал на мотоцикле все это время. Потом вот забрал меня. Ну идемте, друзья мои, подойдем камню, покажу вам вот тот камень. Вот такая, друзья мои, история из детства. Вот опять. Вот такое, друзья мои, это место. Посмотрим. Речка изгиб такой делает. Ну что, друзья мои, комментируйте. Всем пока, всем мира и добра. Были мы сегодня на Толяцком пруду, на речке Оша. Всем спасибо. Берегите себя и своих близких. С вами был Владимир. Пока-пока. Гидель, красавица белая. Ну пока.